Позвольте мне рассказать вам о вашей дьяне. Вам нужно ее делать как практику вхождения в День Всемирного Единства. А День Всемирного Единства будет проходить 7 марта с 15.30 до 16.45 по московскому времени. Помните, что тысячи людей сегодня делают эту дьяну для Дня Всемирного Единства. Дьяна – это интенсивная духовная дисциплина. Ей следует несколько тысяч людей по всему миру для цели Всемирного Единства. Дьяна активирует духовный внутренний огонь, который вас очищает. В древней индийской мистической традиции кундалини считалось тем самым духовным огнем, который поднимается от нижней чакры Муладхары и высвобождается в верхней чакре Сахасраре. Когда происходит это пробуждение, некоторые негативные тенденции в сознании сгорают. Когда этот опыт случается с духовным искателем, то происходит мощное очищение в его сознании. Когда такое очищение случается с вами, ваше сознание становится очень сильным. Это подобно тому, как будто вы находитесь в сердце Божественного. Любое намерение, которое вы имеете в своем сердце, проявляется, и вы становитесь благословением для планеты. Куда бы вы ни пошли, благословение течет. Люди вокруг вас, все формы жизни вокруг вас живут в мире и изобилии. Согласно этому видению, сделать каждого из вас таким великим благословением для человечества, Шри Притаджи и я приглашаем вас сделать эту дьяну для единства мира. Когда ваше сознание очищается через пропевание мощной мантры Экам, которая обладает силой пробуждать спящую кундалини и сжигать нечистоты в вашем сознании, ваши молитвы за человечество становятся особенно сильными. Если вы дикшедаватель, ваша дикша принесет мощное пробуждение в сердца получателей. Она повлечет пробуждение к божественному присутствию внутри них и пробуждение к состраданию ко всему человечеству. Позвольте мне рассказать вам об одном неврологе, который делал эту дьяну, и она повлияла на его работу и его пациентов. С тех пор, как он начал свою дьяну для единства мира, он стал огромным ресурсом гармонии и мира во всем своем отделении. Его коллеги хотели, чтобы он всегда был рядом, потому что его присутствие привносило ясность и умиротворение в их умы, пробуждая их заботиться о своих пациентах. Его пациенты были так счастливы видеть его, когда он к ним подходит, что их здоровье резко улучшалось и их тела быстрее реагировали на лечение. Вот такая сила заключается в этой дьяне. Самый важный аспект этой дьяны в том, чтобы каждый из вас предлагал плоды своей дьяны для становления всемирного единства. Наши древние мудрецы обладали этой глубокой мудростью, что когда кто-то совершает интенсивные духовные практики, то он зарабатывает великие добродетели. Эти добродетели – подобны позитивной энергии и благословениям, которые вы можете распространять или передавать для более высокой цели в мире. Таким образом, мудрецы делают великие чудеса, исцеляют людей, предотвращают природные катаклизмы и защищают невинные жизни. Сегодня каждый из вас делает свою дьяну сообразно своим возможностям в сложившихся жизненных обстоятельствах. Но когда вы делаете это с любовью и состраданием к человечеству, добродетели вашей дьяны будут растворять негативные силы, которые нависают над человечеством и порождают разрушение, болезни, нищету
и бедствия в разных частях мира. Добродетели ваши дианы облегчат боль и растворят жестокость, разрушающую человеческое сознание. Человечество будет жить в мире и гармонии. Ваша диана будет состоять в формировании намерения для перехода человечества к единству с помощью пропевания мантры Экама 108 раз каждый день до 7 марта. И 7 марта вы предложите плоды вашей дианы для перехода в сознание человечества к единству. Итак, вы готовы начать свою диану? Вы начнете с медитации на Муладхара чакре, которая представлена в виде красного лотоса из 4 лепестков в основании вашего тела, в области промежности. В сердце этой красной чакры находится кундалини шакти, как змея, свернувшаяся в кольцо в 3,5 оборота вокруг лингама. Вы будете медитировать сегодня, пропевая биджа-мантру «Ланг» и фокусируясь на Муладхаре с целью подготовки ко Дню Всемирного Единства, после чего вы перейдете к дикше и джапе Экама. Пожалуйста, закройте глаза, сфокусируйтесь на области промежности. Пропевайте эту мантру вместе со мной. Плавно откройте глаза. Вы сейчас можете перейти к дикше и джапе Экама. Hamsa soham ekam, 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 hamsa soham
Хамсасохамикам, 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 Хамсасохамикам.
Амсасухамикам, Амсасухамикам, Амсасухамикам.